это. Вот такое сердце для влюбленных. Сердце для влюбленных, оно деревянное. Почему здесь три кружка? Это потому что кружок один это мужская половина сердца, женская половина сердца. А вот это их не ребенок совместный. То есть не забывайте про то, что у них будут дети. И поэтому в их любви в идеале их должно быть хотя бы трое. Вот так расположено вот это сердце влюбленных. То есть никогда не думайте, что сердце влюбленных состоит из двух половинок. Там вот в середине состоит третья половинка, половинка ребенка. Вот. Вот так и сердце для закоханных, до речи. Что я хотел показать. Оно вот все таки. Кому понравилось сердце, пишите комментарии, ставьте лайки. И обязательно у вас будет любовь. Потому что тот, кто умеет любить, пожалуйста, ставьте лайки.